Друзья, всем привет! И сегодня у нас небольшой видеообзор очень хорошего помощника для мастерских, которые занимаются деревообработкой. Так что усаживайтесь поудобней, а я начинаю. Станочек этот у нас практически собран. Сейчас снимаем полиэтиленовую пленку. Что нужно, дособираем и рассмотрим его технические характеристики. И, конечно же, попробуем его в работе. Да, друзья, как вы правильно поняли, это стружка-отсос, которую можно приобрести у компании Москлад. Модель этого стружка-отсоса Fabtec FCX2500. Снизу у него один мешок, сейчас мы подсоберем второй мешок, подсоединим гофру, короче, соберем его, а также по-быстренькому пробежимся по его комплектации. В комплектацию к стружка-отсосу Fabtec FCX2500 входит мобильная база, мешок для сбора опилок, фильтр-пакет с кронштейном под него, вытяжной шланг гофра диаметром 100 мм, два хомута и руководство пользователя. В нашем варианте никаких сложностей по сборке нет. Нужно сейчас будет установить пакет-фильтр сверху, прикрутить кронштейн. Сверху пакет-фильтр мы установили. Теперь при помощи вот этого самого хомута закрепим гофру к нижнему патрубку станочка. Ну все, друзья, все, что нужно, подсобрали. Переходим к техническим характеристикам. Стружка-отсос Fabtec FCX2500 – это вытяжная установка для сбора древесных отходов при работе на древесно-обрабатывающих станках. В этом стружка-отсосе используется мощная система всасывания. Данная модель оснащена большим верхним фильтром для очистки воздуха. Также замена мешка тут очень быстро и просто. Снял мешок, вытряхнул стружку и за секунду установил его. И также верхний мешок-фильтр. Снял, продул и установил. Все делается за секунды. Диаметр мешков 270 мм. В нижнем мешке имеется смотровое окно, в котором мы можем видеть, насколько наполнился мешок стружкой. За счет того, что стружка-отсос установлен на мобильной базе, очень удобно его перекатывать по мастерской, а не таскать на себе. Это большой плюс. Стружка-отсос Fabtec FCX2500 отлично подходит для работы с токарными станками, фуговально-рейсмусовыми станками, ленточно-пильными станками. И не будет валяться стружка по всей мастерской. Она будет собираться вот в этот вот самый мешок. Собралась стружка, вытряхнули, опять установили мешок, и стружечка вся опять же в этот самый мешок. Максимальная производительность данной модели стружка-отсоса 850 кубометров в час. Потребляемая мощность электродвигателя на этом станочке 550 Вт. Выходная мощность фактическая 375 Вт. А работает этот стружка-отсос от сети 220 Вольт. Объем мешка для сбора стружки 54 литра. Чистый вес самого станка 15 кг. По габаритам станок имеет размеры. Высота 1520 мм, ширина 370 мм и длина 670 мм. Кнопки включения и выключения станка расположены прямо на электродвигателе. Так, друзья, протянул переносочку к стружка-отсосу. Давайте включим и посмотрим, как он работает. Послушаем его хотя бы. Мощно, однако, мощнейший пылесос. Давайте сейчас на ленточно-пильном станочке по дереву Record Power Sabre 350 что-то попробуем отрезать и к патрубку аспирации подключим вот этот стружка-отсос Fabtec FCX2500. Посмотрим, как он засасывает стружку. Гофру от стружка-отсоса Fabtec FCX2500 подключили к ленточно-пильному станку по дереву Record Power Sabre 350. Сейчас беру дощечку, сосну
Настраиваемся, пилим и смотрим, как стружка отсос справляется со своей работой. Друзья, ну просто супер! Никакого мусора в мастерской. Стружка отсос справляется со своей работой на все 100%. Запомните, стружка отсос PAPTEC FCX2500. Его можно приобрести у компании Моссклад. Ссылочку на него я обязательно оставлю в описании под видео. А на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч!